Ой, ну нет, 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 выйти опять мне эта фигня. Ну, здорово. Давай, здоровься ты. Всем здорово! Всем привет. Добрый день, дорогие друзья. С вами кто? Давай ты. Лестер, хлеб. Всем привет. И, короче, ребят, во-первых, я для людей, которые смотрят у меня, хочу сказать, заранее извиняюсь, если вдруг так получится, что видео лагает. Просто дело в том, что я наконец-то походу понял, почему у меня... Full HD говёно записывалось до этого, и приходилось, несмотря на то, что широкоформатный монитор, все равно писать 720. Дело в том, то, что я, походу, неправильно настраивал бандикам, а сейчас я все правильно настроил, и вроде видео не должно лагать, но если оно лагает, то вы меня простите, пожалуйста. Как я разрулил, а? Да красава, вообще, блин. Никто так не разрулил, чё ты, блин. Да, но если получилось, я наконец-то Full HD буду записывать. Оу. Дождался, блин. Так, братан, давай, ты где сейчас? Я вообще сейчас... Нигде уже, я умер. Давай, подлетай к хаосу. Постой, я просто... там петуха какого-то накидываю, я уже там. Ты петуха накидываешь? Я из петуха накидываю петуха. Правильно. И как говно. Клич у меня ворует фраги. Тут просто аут какой-то, не мог понять, что ему. Со спины стреляют. Пончика убил. Да сука, у меня... Я стреляю, у меня вообще не в жопу контакт, блин. Это как так? Я не знаю, я из петуха пытаюсь расстреливать. Это, наверное, петух называется штука, это, если я правильно понимаю. P90? Не знаю, с петухами. Там же написано. P90, да, петух. Вот. Ну все, петух. Так, ну, сейчас, не ты. Стой, я сейчас раскидаю говно какое-то. Ну-ка, где он тут? Где он? Добрый, все. Там, короче, наверху зашкерились, надо их выкуривать. Там просто эта фигня, то, что зашкерились. Тот братан забрался к нам на респаун и всех валил. Я его убил, я хоть как-то разрулил тут ситуацию, немножко. Это хорошо, если я разрулил, потому что тут я ненавижу такую херню. Когда не разрулено, да? Когда не разрулено, и когда типа по спавну просто начинают долбить. Так, ну-ка. Ай! Говнюки! А как другое оружие выбрать здесь вообще? Это же гангейм. А что? То есть ты, короче, убиваешь чуваков? Понятно, как... все, понял. Да. Сейчас я гэнг-бэнг устрою тут. Сука, устроил. То есть, все, понял, стиль. Вернее, не стиль, а по какому принципу тут осуществляется прокачка и так далее. В плане оружия, сука. Надо их гасить, короче, этих чмырей, а то они что-то охерели уже по нашей базе. Начинают бегать с дробовиками. Ух ты, на меня сейчас чувачело прям наш спрыгнул. Так вот, давай, знаешь, как. Поговорим немножко про GTA 5 на ПК. Ты, насколько знаю, подключил ее себе на ПК, купил. Нет смысла покупать, у меня есть PS-ка. А ты, походу, себе заимел, да? Я заимел, хоть и имел, по сути, на Xbox'е версию. Это ты сейчас скажешь, хоть и в рот я имел такие размеры. Да. Ну что? О, все, отлично, за мной реванш остался, дуэлька. Ай, блин, меня вот, укал. И сколько она у тебя устанавливается и скачивается? Ну, короче, где-то послезавтра поиграю. Послезавтра? Если... Нет, серьезно. Не, если поставить, короче, на скачку и вообще нихера не делать с интернетом, и самому нихера не делать, и вот оставить как есть, то послезавтра будет готово. Жесткач. А мне тут говно какое-то дали. Это... А нет, не говно. Интернет. From Беларусь, Визлов. А какая у вас скорость, я хотел спросить? Ну, при загрузке, короче, то где-то... Сейчас, секунду. Хорош. При загрузке, короче, где-то мегабит в секунду получается. Это очень мало, потому что у меня 30 мегабит, а мне этого не хватает. Так знаешь, это еще нормально. У некоторых там по 120 раньше было во время загрузки. Килобит в секунду? Да. Слушай, порнуху у вас не скачает, что я могу сказать. А нормальные люди ее в онлайне смотрят так-то. Ну и в онлайне даже не посмотришь. Знаешь, сколько по времени, мне кажется, придется вам там так, просматривать? Ну, это так, ты знаешь, когда качаешь именно, а вот когда в нете сидишь там, ну... Ё! Это нормально. Мне кажется, знаешь, как там некоторые у вас искушенные зрители соответствующих сайтов просто с вечера просто, ставят и смотрят потом просто... Под утро, да, что скачалось. С утреца мальца. Ну, ты понял. Или знаешь как, или там... Какой-нибудь чувак просто по названию поставил качать порнуху, и ему не подфартило в том плане, потому что там просто скачал какую-нибудь парашу, типа там все в одежде, ничего не видно. Или знаешь, цензура везде. И везде цензура еще, да. То есть ладно, там еще в одежде, но везде все зацензуренное просто по-жесткому. Это называется «копать ты мох». Нет, ну вообще, кстати, вот мой тариф, он где-то там сейчас сколько мегабит в секунду.
И ты сейчас. Король-бог интернета местного, да? Ну, как сказать, в принципе. Но отдача все равно дерьмо. Поэтому приходится 3G загружать. Да твою мать, ты как его убить-то? А у вас нет своей местной какой-нибудь сети, там, Flylink++, где, знаешь, как файлообмен? А, знаю, сети. Есть в общаге у нас. В общаге. Мне кажется, у вас все поступают в, учиться не столько, чтобы получить образование, сколько чтобы заиметь в общаге интернет более-менее нормальный. Да, но это если тебя еще заселят, так что хе-хе. Сука, сдохни, отлично. Я короче, на втором месте вообще, вот как бы, но что-то нихера убить сейчас никого не могу. Меня просто овнит по КД. А я на третьем, ну пойдет, уже на четвертом. Я типа самый отсосок здесь. А я не про этот счет имел в виду, не командный. А какой? А там, короче, видишь, вот, сейчас. Там, короче, вот вверху есть такая херня. Шкала вверху типа. Вверху херня, а я на каком месте, получается? Ты на... Ну, умри, что ли, ты? Ну, не на последнем, это уж точно. Петушня какая-то, мне говно какое-то выпало. Да у меня два пистолета, вообще мне в кайф. Нет, у меня... Да блин, извращенный. Какой-то, у меня какая-то двустолка, что папа Карл на буратино стрелял. Отлично. Тут чувак меня с фритюрницей, а нет, сова поубил. Так, что-то как-то не лоу, пацаны, совсем. Ну, наконец-то. И, блин, мне снайперку дали. Дайте мне хоть фраг, о. Я не знаю, там. Слушай, а как... я не хочу со снайперкой бегать, блин. А надо. Не убьешь, все. Или бери нож. Блин. Бери нож, режь. Режь? Режь так, хорошо. Да, все, меня сейчас завалят. Ай, блин, КС зависло. Отвисло. Ага, отвисло, красава. Ну, мне... да. Пистолетик, а пистолет у меня сейчас нет. Чё, охренел? Так, пацаны, чё-то меня... О, нет, да ты иди ты нахер! Братан, нет, слушай, тут... А, сзади какой-то... Да ну всё, одному отомстил, осталось другого сейчас. Ой, ты, иди сюда! Да блин, передо мной прям завалили. Ой, прости, Уэс, прости, я ж не знал, что это ты. Я, чтобы я в надежде всё АВП скинуть. Да ты с ножа там... Я с ножа и бежал, я... Ты видел, как я... Я видел, вообще. Сука, да умри ты... Твою мать. Кстати, а, это не ты был. Так, короче, надо валить этих сволочей, а, потому ты... что что-то охерели. А, блин! Ты, короче, пончик, паскуда, тварь, что творит? Пожалуйста, еще... завалил. А, все, один уже с ножом, если увидишь кого-то с ножом, мочи! Все, завалил. Красава. Кого-то. Красава. Лес, красава. Еще завалил. И у меня пулемет. Офигеть, меня еще опустить успели. Хорош. Братан, ну это просто же... Всех завалю с пулеметом, ты говно, пистолет. Пистолет. Ты слышал, что я... Хорош, я слышу уже, блин, меня тоже... Слышишь же, я не стрелял. Твою мать, брази, сейчас я их... Найс чат. Ай, блин, не повезло в этом раунде. Ладно, гос следующий. Фух, давай следующий. Ну, знаешь как... А где посмотреть? 20 убийств, 5 смертей... Нет, и 25 смертей. Вполне неплохо. В том плане то, что... С карту выберем. В том плане, что я давно уже не играл. Нет, так нормально. Некоторые хуже играют. Но я последний раз играл вместе с тобой. Ну, я помню. Counter-Strike. Это было... Да. Еще, по-моему, был прошлый год. Да, где-то так. Да, где-то так. Ну давай через 16 секунд. Все, шотс. Шотс на пальник. Потому что я выбрал. Сейчас, секунду. Угу. Я пока представлю, а то там у меня звука почти из контра нету. Все, короче, поехал я. Ты загрузился? Блин, так Лес еще не загрузился. Все, я появился. Я заметил, что у меня пауза стояла. Ты родился. Черт возьми, фух. Мне хотели с ножичка пришить, я не позволил. Я просто заметил, у меня сейчас пауза стояла на записи. Да, нормально, ничего страшного, там слегка запаузило. Ничего, нормально, так. Бывает. Что-то мне тут на этой карте как-то... ФПС скачет. Да, у меня, кстати, тоже скачет ФПС, но, ребят, видите, если ФПС проседает, это не наша вина. Тут уже так есть, у Глеба тоже. Да что ж меня как раздрочили-то здесь, у меня к автоматику говёный. Не себя? Нравится мне эта карта. Не нравится? Ну ё. Ну чё, надо доигрывать. Ты знаешь как, ты же не можешь приехать на войну и сказать, что-то мне тут не нравится, я поехал. Дед доест. Да.
Дед воюет. Ну. Так, давайте, короче, пацаны, вот сейчас. Ой-ой-ой-ой! Чё-то как аут сейчас играю просто. Черт за говно, у меня вообще пушка говёна никого не убивает. У меня тоже маг. Маг, я пуль в 10 всадил. Изуверы, так. Блин. О, хоть кого-то случайно хедшотом в голову прибил. Эх, почти, я сейчас чуть серию не сделал. Пацаны, полетели. Ещё. Чё сидим-то, бодрячков? Сука, не смей ко мне приближаться, мразь. Снушечка хотел меня зарубить. Видел, я перезаряжался. Так. Нет, видеть не видел, но... Нет, он просто оружие убрал, достал ножичек, на меня побежал, пока я перезаряжался, но я ему дал пососать. Да, ёкарный. Слушай, ты ж... Ну? Мне тут уже в кайф то, что FPS проседает, потому что мне только на руку это. Да? Да, в том плане, что... Нормально так? В том плане, то, что стрелять проще так. Может быть, это накладывается на то, что у вас говёный интернет у всех, а у меня более-менее, за счет того, что проседает FPS, я вот так вот могу раскидывать всех. Блин, может, знаешь, быть. Как? Еще непривычно, в том плане, то, что тут один раз не надо держать, чтобы целился. То есть не надо зажимать правую кнопку мыши, чтобы был прицел. Это да. Я забываюсь, и у меня он начинает просто дрочить его туда-сюда. Понял, да? Ты понял? Да. Да, FPS, кстати, просел. На той карте вообще 60 чисто был, тут 45. На следующий, значит, повезет. Твою мать. Кстати, чувака так красаво убил просто. Я даже как-то не отреагировал на это должным образом. Ты? Ну да. Он прям на меня шел с ножом. У меня, блин, дробаш. Я на этой карте никогда с дробаша не отстреляюсь. Ну умри ты! Твою мать! Да тут, короче, уже все с фритюрницами пацаны бегают. Со скорострелочками. Я не знаю, что такое фритюрница. Я сказал скорострелочки. Ну умри ты! Все, хорошо. Ай-ай, тихо-тихо. Хорош! Ну... Пожалуйста. Помогаю. Добиваю. Добивай. Добил. Дед доел. Ты хотя бы. Давай, добил. Парень, на нож. Ха-ха-ха. Обманул. Ха-ха. Кто-то он покрикивает. Второго сломал. Кто покрикивает? Где? Сука, иди сюда, паскуда. На нах. Твари. Черт, иди сюда. Из этой перди никого не убью. Как я еще в прошлом раунде кого-то умудрился с нее положить? Так, а подожди, разве прошу, было это дерьмо? Да, у меня такая же пердявка была. Это клич, кулич, я что-то все время клич этот кулич читаю, не знаю почему. Ну мри ты, сука, сзади, отлично, и еще больше говно получил взамен, отлично. Блин, пацаны тут на базе как бы стоят, ну ладно. Да и умри ты, ну фу, хорошо. Нифига. Так, собрались, пацаны. Клич меня расстрелял, сучара. Ё-моё, этот жопу какой-то забежал. Тоже опять клич, да шеш он... Не клич, а кулич. Давай его кличом называть, я хз просто уже. Так, беру авапу свою, авапу Азима, вперед, давай! У меня аж сердце заболело, давай. Ай, хороший выстрел в никуда. На-на! Так, полетели, пыльцаны. Так, он идет сюда, и... Ну, опа! Да шеш ты... Да, короче, снайпер из меня хреновый. Очень хороший, точнее. Говнище, его убили, пока я бежал. Я ему в жопу еще дроби всадил. Так. Ну как, ему понравилось там хоть? То, что ты ему всадил дроби в жопу. Я думаю, был в восторге. Ну я аж вижу, что и тебе немножко так досталось-то. Да, сука. Хорош. Ходюлю. Покажись. Кому, мне? Да, тебе. Меня а тут где? Валят. Я издали сейчас же буду стоять, посмотреть. Вот здесь такой же пушка, как у меня, меня завалили. Гениально. Она без прицела. Ну, то есть как, ты просто тупо целишься за такой лупой. Я клича так завалил, он словно в секстурках застрял. О, АВП. АВП? Или не АВП, я не знаю. Блин, как ты не можешь знать? Сука, я ему яйца зато прострелил. Вот это да, это все, это сразу уже. Да толку сразу, то есть он выжил. А, ну блин, хоть детей иметь не будет, не родятся такие, как он, мудаки. Да, у него ник там ниндзя-киллер, что ли, короче, киллер. Короче, пацаны, никогда не ставьте ниндзя-киллер там ник, иначе, короче, потом Лестер вам яйца отстрелит. Да, я буду... Я он отстрелит! А я отстрелю. А он отстрелит!
Сзади меня с ножа пидорнули, ах, охренеть. Сволочь. Сволота. Паскуды, твари. Можно еще один, и все. Давай еще одну катку на это. Чувак, просто давно не заходил. Давай, монастырь. Давай, сейфхаус. До слез, пацаны. Это в взаимопонимании. Ну, я просто вижу уже сейфхаус однозначно в топе. Ой, бля, моя башка. Так, сейф. А, это ж та прошлая карта. Да, мне он как-то более. Там я хотя бы просто, знаешь, не все так быстро разбегаются в разные стороны. Ты загрузился? Да. Когда? Сейчас, вот ты давай за кого пойдем? Давай за террор. Терроры. Хоть раз. Меня, правда, мама разрешает за террористов. Эй, что за прикол? Террористы, поехали! Опа! Все. Да. Все, пошло давно, я вижу. Да, хорошо. Тебя что, слышно, как у робота, твой звук? Тебя тоже какое-то время было слышно. Нет, тебя до сих пор как робота слышно. Хэзэ, пинг нормальный. Ну, если что, ты киборгом стал. Давайте, давайте, я... Давай, пошли. I'll be back. Куда? Кстати, так, куда я вижу дверь, открыть. Там, короче, на лестнице. Сволочи! Да вообще, куда надо валить их просто. Ядрить копать меня как раздраконил. Мне кажется, да это читер, это полюбасу. И аутист везде просто. Братаны, ну тут вы видели, я тоже сейчас. Стоит на холмике братан, я его расстреливаю, а ему хоть бы хны. Ну как, он, конечно, дамажится, но не так быстро, мне кажется. Он должен быть быстрее подыхать. Да шо, да сучка! Тут, короче, киллер. Сука, он меня с ножа жеванул. Все, позор мне на всю жизнь, позор. Короче, два хедшота тем всё. Подряд поставил. Ой, это свои. Я все не привык, это, что мы террористов играем. А, стоп, убили. Да шо ж ты, чувак. Что ж ты делать-то будешь? Пацаны. Ядрить копать, крыса как. Эх, сейчас я дядя Адольфу. Блин, вот посмотрел, как он прилег и все, и сам. И что-то привел. Пацаны, гоу. Гоу. Слышим их. Да что ж ты. Блин, братан, я знаешь как? Я не могу его дохерачить до конца. Так, крыса. Это бывает. Не... Ну умри, что ли? Дядя Адольф меня раскладывает из какой-то параши. Дядя Адольф? Дядя Адольф. Прям так и зовут его. Прям так и зовут. Да ты скотина, ты мать твою, дядя... А, ну все, мы с ним встретились. Ты как, ты выжил? Ты пережил? Нет, нет, все, теперь он не выжил. Тихо. Что случилось? Тихо. Да, хоть одного успел завалить. А дядя Адольф меня опять пришил, сука. Дядя Адольф. Такого дядя не пожелаешь врагу. Ну, еще так. Чувак с какой-то пингой перемещается, и за счет этого в него хер попадешь. Ага. Блин. Что у меня сейчас рабовозить немножко начал? Так, кто-то наверху есть. Дядя Адольф хедшот поставил. Ядрить копать! А, я завалил. Завалил, ты, суку. Ты красавчик, красавчик. Не, я не дядя Адольф завалил, а какого-то мудло завалил. Так, не, это я завалил. Ты дядя Адольф пришил? Да, вот сейчас снова. Сейчас еще кого-то мудака. А, это ассасин, Блэк Ассасин. Так, ах, свои... дядя Адольф опять, слушай, у меня с ним прям дуэль какая-то, он меня все бьет и бьет. Он меня тоже убил, ты представляешь, какой наглец, надо его убить срочно. Не так просто дядю Адольф убить, некоторые вон 4 года не могли завалить его. О, тем временем, я что-то доделаю, черт, что я делаю? Черт, дядя Адольф опять меня убил, братан, меня только дядя Адольф здесь убивает. Так это дядя Адольф, походу, тут я не знаю, просто крышует. О. Нехорошо как-то. На нах! Я дядя Адольф, кстати, убил. Красава! Тоже. Вот кто-то 4 года не мог убить, а вот тут раз а сразу. Я взял так. Я... За одну серию, черт за один. Возьми. За один видос. О. Ой, хорош. Так, только я не понял, кто это был. Но надо мне как-то из дна выходить. Попробуй. Я помог сейчас дяде Адольфу мочкануть. У меня не получилось. И я сейчас еще раз мочканул дядя Адольфа, все. Да, это любовь. Ой. Шутки кончились. Сука. Дядя Адольф меня отомстил, с ножа меня шмякнул. Да идите вы нафиг, а! Где? На. Да сейчас, там я на спавне у них побегал, дядя Адольф ты прибил. Низи какой-то, этот тот черт. Этот черт, его надо валить, значит. Все.
Хорошо, не изи киллер, тот самый, который да, меня тогда стрелил. Этого надо. Он на тебе мстить собрался? Что ты? На, нах, ниндзя киллер. Ниндзя киллер пал от моей руки. Хорошо. Мы оба ему отомстили, правда, не знаю за что. Он нас даже не убивал до этого. Я на нож посадил. Ай, черт. Ну, недолго я радовался победе, конечно. Она была так мимолетна, но зато какая чертовки классная. Дядя Адоль умер. Слушай, а может он это... А чей он дядя, кстати? Он, я уверен, чем-то дядя был. Был. Так. Ты, сука, в два окна. Да, в два окна, в два окна. Прям как в две дыры. Ну, так... Ну. И где кто? Я сейчас немножко в Call of Duty поиграю. На, нах. Ты у меня фраг украл. Да? Да, ну ничего страшного. На, нах. Сразу на два левела повысился. Там... Так, дядя Адольф, умери! Ай, сука, он с АВП. Слышишь, какой чувак просто хрипит в микрофон? А нет. А. Тушу. Так, дядя Адольф умер опять. Что-то он часто умирает и воскресает. Я успел завалить, дядя Адольф меня мочканул. Так, он хорошо. С пулеметом бегает. Я вижу. Сука, крыса! Все. Ну ты скотина, все-таки меня убил. А я крысу завалил. Братан вообще не по-пацански делал. Просто сидел такой. Пацански, не по-пацански. Так, сейчас, давай, сейчас. Ай. Давай. Гюльчатай. Ай, блин. А я сейчас... Ты сука! На какое-то время застрял. Меня мудило какой-то с ножа убил. Меня, блин, сразу левел понизили. Вы что, собаки? А я сейчас на секунду застрял. Да что это за говно такое? На секунду застрял в дереве. Это мой или не мой? Так, вон там еще один. Сука, иди-ка сюда. Мудила. Умер. Так, там уже кто-то с ножом бегает. Пацаны, да аккуратно. Что за говно-то выдали? Что за оружие? Все. Отлично. Хотел дядю Адольфа убить. Убил кого-то мудака. Я дядю Адольфа добил. А, красава. Мне дали снайперку, с которой хорош, хорош, хорош. Дядя Адольфа, убейте, убейте его. О. Добейте. Он с дигом бегает, пацаны. Все. Мясо ну-ка. Пошло, пацаны. Братко, покажись. Я не знаю, как это понимать просто. Покажись в окно. Поймать. Show face. Твою мать. Свой это свой, тихо. Черт. Блин, уже кто-то с ножом бегает. Сука. Ой, хорош. Сука. Видал как? Надо дядю Адольфу чопнить, иначе он может завинить катку, пацаны. Да что ж я? Хе-хе! Чё думал, что я тебя убью отсюда? Ошибался. Братан, с пулемета вообще не камильфо стрелять. А, все. Пистолетик. А тут... А! Хорош! Верните-ка лучше пулемет. Или 2007-й. 1 хп, пацаны. Хилимся! Живем! Да умри, что ли ты... Чё происходит? Проблемы с соединением, что случилось? Чуваки, у меня какое-то говно. Ну-ка, сейчас давайте попробуем переподключиться. Ребят, случилось говно. У меня вырубился интернет. Но, по сути, в любом случае, мы хотели вот этот бой доигрывать и заканчивать. Если хотите, опять же, видеть ролики вот так вот, где мы вместе бегаем в Counter-Strike, стреляем, веселимся, прикалываемся, то, собственно, ставьте лайк, пишите в комментариях, и все будет. Вот, до новых встреч. Пока.